Очередное древнее зло вылезло из-под коряги. 74-летний Куклачев предлагает бомбить Западную Европу и Америку по причине того, что весь западный мир ополчился против нас. Это его цитата. И это еще не все. Не хочу все зачитывать. Там столько остервенения и ненависти. Полные кальсоны на прудел старый. Вы представляете, если он так к людям бомбить, убивать, стереть с лица земли, то что тогда на протяжении всех этих лет это маньячило устраивал с котами? Ну не могли они пожаловаться на издевки старого долбоеба. А то, что он такой, я уже не сомневаюсь. И еще чуть-чуть о причинах кровожадности этого клоуна. В 23-м году театр кошек Куклачева получил госконтрактов на 20 миллионов рублей. А в 24-м всего на 5. Вот оно и старается, пыхтит, бабки отрабатывает.